Сегодня у нас пресс-конференция, посвященная вообще, что мы собираемся дальше делать. Мы это как ветераны. Сейчас я присяду. И непосредственно я лично. Чем я буду дальше заниматься и какие мы действия. Я коротко расскажу, а вы потом сможете задать вопросы. Все, просто всем залом. Просто, чтобы я присел. Поэтому я присел.